Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас о работе автомобиль марки Exeed, модель TXL. Машина 2023 года, правда, пробег у нее приличный, 105 380 км. Ее владелец поставил задачу заменить задние санблоки передних рычагов. Но перед тем, как поднять машину на подъемнике, я попросил заехать на стенд развал схождения и снять текущие параметры. Сделал я это для того, чтобы мы могли сравнить до и после и понять, происходит ли какое-нибудь изменение после замены санблоков. Ну и заодно оценить текущее состояние. Поэтому механик прикрепляет мишени, проверяет давление в колесах, выставляет руль по уровню и подключается к компьютеру. А я заодно посмотрел снизу. Увидел здесь обычные треугольные рычаги, стойку Макферсон и сзади многорычажка. Все как у знакомого мне Volkswagen. А вот параметры нас не радуют. Обратите внимание, машина еще ничего не ремонтировала, а уже имеются отклонения в задней тележке. Колеса стоят за допусками. Если спереди все красиво и хорошо, ну, кроме продольного угла стоек, то сзади требуется регулировка. Но мы сейчас ничего не делаем, запоминаем эти цифры и переезжаем на подъем. Механик поднимает автомобиль и проводит диагностику. Обычно изношенный санблок выражается в постукиваниях и в люфтах колеса. Сейчас этого ничего нету, мы пытаемся взглянуть на него, но он достаточно хорошо упрям в подрамнике. Поэтому приступаем к работам. Снимаем защиту и видим, собственно, объем работы. Что мы здесь видим? Да, треугольный рычаг крепится двумя болтами, однако доступ к первому, к переднему болту, закрыт некой оттяжкой, которая соединяет подрамник с лонжероном и передней панелью, так называемым телевизором. Кстати, зато мы обнаружили, что здесь течет радиатор. Приступаем к демонтажу этих самых оттяжек. Вправо и к тому же прикручен еще и патрубок системы кондиционирования. Практически все болты хорошо доступны, легко откручиваются. Но вопрос, почему подобной конструкции нет на тех же самых Volkswagen? Неужели там настолько мощнее и надежнее лонжероны, что дополнительное усиление им не требуется? Ваши версии оставляйте в комментариях. Снимаем правую оттяжку и приступаем к демонтажу левой. И вот ради чего все это делалось. Вот он, болт передний крепления рычага. Теперь мы снимаем колесо. Можем еще раз посмотреть на состояние санблока. Он по-прежнему все еще скрыт, плохо виден. И никаких признаков износа не наблюдаем, даже если напрягаем рычаг монтировкой. Ну, задача поставлена, наша задача ее выполнить. Откручиваем шаровые опоры от поворотного кулака. Здесь они не конусные, а вставляются в некое подобие струбцины и стянуты болтом с гайкой. Вот именно эти болт-гайку нам надо извлечь. Теперь нужно вынуть палец шаровой опоры из поворотного кулака. Сначала пробуем это сделать простыми подручными средствами. Иногда это помогает. Но не в нашем случае. Поэтому переходим к плану Б. Надо раздвинуть струбцину. Берем в руки обычное зубило, тонкое. Много раздвигать не надо. Для этого, конечно, есть специальные ключи, но они разного размера и не для всех автомобилей подходят. И все. Струбцина раздвинута. Шаровая опора сейчас покинет свое гнездо. Раз и готово. Теперь можно открутить передний болт, открутить
задний вертикальный болт. Причем имейте в виду, что здесь имеется и гайка. Ее нужно удерживать ключом на 18. Скручиваем ее, извлекаем болт, выкручиваем передний болт. И вот теперь рычаг можно извлечь из подрамника. Первый пошел. Проверяем сайлентблок. Да он целый, без надрывов, совершенно мягкий. Связались с владельцем. Но он сказал, что меняет их, потому что с завода эти сайлентблоки имеют какой-то дефект и сразу же начинают стучать. Поэтому он их меняет на аналог. Причем сайлентблок этот для Volkswagen предназначен. Извлекаем шаровую опору левого рычага. Обратите внимание на ее форму, мы потом к ней еще вернемся. И точно так же демонтируем болты крепления. Еще раз смотрим на сайлентблок. Запоминаем, как он устанавливается в рычаг, потому что есть отличие, он хотя и круглый снаружи, но внутри немножко несимметричный. Подбираем оправку, которая упирается в рычаг без возможности деформации, и выдавливаем сайлентблок из рычага оправкой, соответствующей диаметру сайлентблока. Большого усилия прикладывать не приходится, достаточно легко выскакивать. Ту же самую процедуру проводим и со вторым рычагом. Вот теперь можно сравнить сайлентблок от Exceed и от Volkswagen. Видны различия, но при этом по геометрическим размерам они идентичны и взаимозаменяемы. Устанавливать сайлентблок от Volkswagen нужно по технологии Volkswagen. Звучит она примерно следующим образом. На самом сайлентблоке есть стрелочки, которые указывают на ось, проходящую через болты крепления этих самых сайлентблоков. И также больше выступ нужно устанавливать в сторону шаровой опоры. Запрессовываем сайлентблок и особое внимание симметричности, чтобы он без перекосов вошел в рычаг и занял примерно серединное положение. Примерно вот так. Повторяем процедуру со вторым рычагом. На рычагах Volkswagen есть ответные метки, а здесь приходится ориентироваться именно на воображаемую ось. Поэтому, если у вас все хорошо с воображением, никаких проблем не предвидится. Аккуратно запрессовываем. Убеждаемся, что никаких перекосов не допущено. Эти сайлентблоки нежелательно несколько раз запрессовывать и выпрессовывать, они потеряют свою форму. Устанавливаем рычаг сначала задним вертикальным сайлентблоком, и сразу же крепим его болтом. Наживляем гаечку, чтобы он не выпадал. И вставляем уже подрамник передний сайлентблок и закрепляем его передним же болтом. И теперь обратите внимание на форму шаровой опоры. Это цилиндр, но у него есть круговая выемка. И эта выемка является замком. Значит, надо поставить шаровую опору в кулак и засунуть до такого положение, при котором выемка совпадет с диаметром отверстия под болт. Тогда вам удастся, во-первых, и болт вставить, и зафиксировать шаровую. Повторяем процедуру установки для второго рычага. Болты наживляем, но еще не затягиваем. Точно так же устанавливаем вторую шаровую опору на место. И вставляем болт. А дальше в ход идет тонкий измерительный инструмент. И все болты необходимо затягивать с регламентированным моментом. Конечно, у нас пока еще нет доступа к оригинальным дилерским программам.
но нам удалось найти некий мануал, и мы пользовались цифрами, взятыми именно оттуда. Далее, затяжку переднего болта необходимо производить в положении рычага, который он занимает, когда машина стоит на колесах, то есть в нагруженном. Изобразить это нагруженное состояние можно, поставив телескопическую стойку под рычаг в районе шаровой и подняв до тех пор, пока лапа подъемника не оторвется от кузова. То есть нагрузка должна лечь на пружину. Далее мы затягиваем центральный болт с регламентированным моментом и делаем доворот на 90 градусов. Затяжку заднего сайлентблока не так важно производить в нагруженном состоянии, потому что он не скручивается. Но, тем не менее, это удобно все делать одномоментно. Также затягиваем его сначала динамометрическим ключом и также производим доворот на 90 градусов. Повторяем подобную процедуру с левой стороны. Если бы я владельцам Volkswagen сказал, что они могут подстраховаться, заехав на стенд развал схождения и перезатянув болты, когда машина действительно стоит на колесах, то здесь после сборки доступа к переднему болту уже не будет. Устанавливаем на место усилители, защиту, прикручиваем колеса, не забываем, конечно, их затянуть. И отправляем машину снова на стенд развал схождения. Колеса уже накачаны, поэтому просто прикрепляем мишени, включаем компьютер. И смотрим на цифры. А цифры нам говорят следующее, что задняя ось по-прежнему крива, передняя ось по-прежнему в допуске. То есть из этого можно сделать вывод, что замена сайлентблоков не повлияла на параметры передней оси. А зад уже был кривой. Поэтому мы производим его регулировку. И вот на что я вам хотел обратить внимание. Вот сейчас подводится под регулировку задняя ось, и при этом изменились параметры передней оси. То есть лишние доказательства того, что в машине с двумя независимыми мостами параметры заднего моста влияют на параметры переднего. Теперь уже требуется регулировка и спереди. Ну что ж, то, что можно отрегулировать, мы отрегулировали и добились идеала. На продольный угол наклона оси не обращайте внимания. Вот эта задняя ось была красненькая, стала все зелененькая. Теперь можно спокойно автомобиль отдавать клиенту. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!